Привет, вы на канале Дани Ваня. Сегодня я хочу поговорить на такую тему. Если вдруг у вас собака случайно переболела чумкой, что делать? Какие последствия? Всякое бывает. Ну, это по многим причинам. Можно поздно сделать прививку, потом щенок погулял, где собака бегала зараженная. И так может получиться. Ну, всякое бывает. Если у вас так получилось, не стоит пугаться. Вы пролечили собаку. Последствия могут дать это на задние ноги. Может дать у нее последствия. Последствия в том заключаются, она будет немного волокти задние ноги. Что для этого надо? Для этого надо собаке давать нагрузку на задние ноги. Для этого вам надо или бегать с собакой. Бегает собака очень много и долго. Второй вариант — велосипед и собаку рядом возить. И нагрузка еще — это брать шину или брать шину и привязывать ее сзади, только не на ошейник, а специально, чтобы на нагрузка была у нее сюда, вот, не на шею, вот. Если сидит. Если вы видели наше видео, вот, шарпея мы там на санках катали, нагрузка. Кстати, когда он нагружаешь собаку, она становится более здоровая такая. Вот. И она сидеть. И потом я по своему опыту знаю, что собаку потом тяжело удержать. Вот так вы можете. У меня просто была немецкая овчарка. Чумка переболела. Ну, я вот так ее вылечил. Пролечил, и потом на выставках даже получала медали, и все было идеально. Поэтому, потому что есть, знаете, вот разные суждения, допустим, одни говорят, уколы до 3 месяцев делать, но уколы чумки, допустим, они, собака все-таки рост, она начинается замедляться, вот не такой. Поэтому чем позже, тем лучше, но всякое может быть. Вот, поэтому не стоит пугаться, воспользуйтесь моим советом, и все будет хорошо. Главное не пугаться, сидеть. Поэтому вы были на канале Дани и Ваня. Подписывайтесь на наш канал, и все у вас будет хорошо. Но если у вас собака не привита, то вам надо желательно водить собаку в тех местах, где никто не гуляет. Отдельно, потому что это такая вещь, что опасна, но главное вовремя заметить, что собака у вас заболела. Вот. И когда вы ее будете тренировать, старайтесь больше творог ей давать, молочные такие продукты, глюконат, кальций, вот, чтобы она нагрузкой восстанавливалась. Хорошо, собака.